Всем привет, я Кишмиш, и это ответка ответки этого бандеровца. Это Украина в шляпе НКВД. Вообще-то это шляпа коммунистов Югославии. Массовые репрессии кампании, проводившиеся органами НКВД в период большого террора. А ничего, что доносы писала не НКВД, а люди. Там есть и Голодомор. Вообще-то Голодомор был не только в Украине, а еще и в России и в Казахстане. И сталинские репрессии. И это все делало НКВД. Еще раз повторюсь, это не делал НКВД, это делали люди. Расстрелять! Крым никогда не был русским. Крым – это территория крымских татар. Да, хоть там и жили крымские татары, но сама территория была под Россией. А с вами был Кишмиш. Всем удачи и всем пока!